Hello everyone, my name is Olena Sloya. I'm an opera singer and coach on Russian phonetics for singers. In this video, I would like to read the text of Olga's aria from the opera Evgeny Onegin by Pyotr Ilyich Tchaikovsky. In the description of this video, you can find some information about Russian vocal phonetics and the link to the score I used for this video. So let's start. Ах, Таня, Таня! Всегда мечтаешь ты, а я так не в тебя. Мне весело, когда я пенье слышу. Уж как по мосту мосточку по калиновым досочкам я не способна грусти томной. Я не люблю мечтать в тиши или на балконе ночью темной вздыхать, вздыхать, вздыхать из глубины души. Зачем вздыхать, когда счастливо мои дни юные текут? Я беззаботна и шаловлива. Меня ребенком все зовут. Мне будет жизнь всегда, всегда мила. И я останусь, как и прежде, подобно ветреной надежде, резво, беспечно, весела, подобно ветреной надежде. Резва, беспечно, весела. Я не способна грусти томной. Я не люблю мечтать в тиши или на балконе ночью темной вздыхать, вздыхать, вздыхать из глубины души. Зачем вздыхать, когда счастливо мои дни юные текут? Я беззаботна и шаловлива. Меня ребенком все зовут.